На улице сидит персик, а я пошла посмотреть, что делает папа. Представляете, я расколкала полку, которую мне Саша сделал дополнительную, когда пыталась их отмыть. У меня упала душевая насадка и кокнула полку. Саша мне сейчас должен новую полочку отрезать. Да? Ну как там моя полочка? О, какой у тебя еще пока тут кипиш. Тебе надо еще этажерки с другой стороны, а? Такие же, да? Нет? Мне бы надо распихать. Ну, слышишь, я говорю, еще вот такие же этажерки здесь сделать, а вот здесь сделать стол. Вот сюда, вот сюда, сюда, да, да. А тумбочку туда, под рабочий стол. А? Или вот у тебя еще стенка для тумбочки, Саш. Вот. Какой второй? Серый. Надо. А, это гигантский? Нет, не самый гигантский. Это второй. Второй как ну да, нам пока того хватит маленького я одного. Хочу из этих собрать маленький принтер. Ну точный. Прям поменьше. Но особо ну, точный. Точный. Ну давай. Точнее. Ну вот. Разметка вот под станком стоит прямо. Да ладно. Ладно, ты отрезаешь, да? Я стеклорез ищу. А, ну короче, я тебе напоминаю, помнишь, что я тебя просил еще мусор выкинуть? Я помню. Ты когда отрежешь, съезди, пожалуйста, выкини мусор. А я пошла дальше следить за своими помидорами. Опять открыта дверь у меня в сарай. Я ж просила закрывать, чтобы собаки не заходили. Все. Пойдемте. Ой! Ты чего? Лиза тут плачет. Кому жалко Лизу? Лиз, так быстрее заканчивай. Быстрее, быстрее. Тебя вон уже Мася пришла жалеть. Закончила? Уноси досочку и ножик споласкивать быстренько. А я сполосну лук, чтобы он чистенький был. Кошку! Мосяндрочка, пойдем. Ты моя коша, моя. Компьютер, кроватка. Компьютер переставить. Вот сюда. Тут перегреется еще. Ой. Еще куча ручек. Всяких штучек. Это сейчас уберем. Хотит мой телефон. О! По комментариям. Всего написали. Приступаем к тефтелькам. Приступаем. А это маленькие тефтелечки для персика и для Маси на утро. Ставь в холодильник. Смотрите, какой это улыбка типа получилась. Блин. Я обещала им дать из фаршика. Итак, я потерла луковицу, и сейчас я буду смешивать это с фаршем, с рисом, с яйцом и специями. Лиза, неси соль и итальянские травы. Мой смешанный же фаршик. И сейчас я буду резать лучок и измельчать чесночок для сметанного соуса. Так, лучок, чесночок тоже готовы. Можно пока перекусить, потом буду доделывать. Ой. Что ты хочешь? Горячо? Да, горячо. Приложение показать. А, так мне надо доделать тефтельки сначала. Не знаю, может тебе помочь? Ага. Можно помочь. Изок дожевывает морковку самоотверженную. Смотрите, сколько морковки ей осталось. Любишь морковку? Разумеется.
Папа, когда закончит, надо будет стол протереть, чтобы он мог банки достать. Ладно? Очень сладко, я переборщила. Ну, да. Я как в Томске примерно. Получилось сладче, чем в Томске. Да? Ну, хорошо. Главное не забыть еще ложку муки с водой перемешать. Я все подготовила, сейчас я перекушу. Лизка меня ждет, чтобы заснять вам приложение, которое мы вчера скачали на телефон. Вот, сейчас тефтельки поставим, но предварительно надо покушать. Доедаю запеканочку. Ням-нямка. Катя уже ушла спать, Лиза танцует тут. Можешь тебе помочь? А что ты мне поможешь? Тефтельки за меня слепишь? Да. А ты умеешь? Нет. Вот именно. Ну, научусь. Ну вот со мной вместе и научишься. Вот эту вилку забери в мойку. Я тут попутно еще видео монтирую. У меня рецепт открыт. Сейчас вот выгружаю видео на мои зверята. О, красивая превьюшка. Какая-то фигня получилась. Вот. Сейчас оно все выгрузится. А я пока подъеду, посмотрю маму-отличника. Лиза смотрит видео на моих зверятах новое. Если вы еще не видели, то тоже бегом смотрите. Там снова возобновились видео. Нравится? Нравится. Там у меня плюшек прыгает. Так и не успеваю я сегодня разобрать. А можно кое-что смешное расскажу? Можно, только если ты за мной пойдешь. Я пойду сейчас. Там потом лук. Лучок обжаривается. Именно поэтому мне пришлось бежать быстрее сюда. Так, все. Сейчас добавляю сметанку. Вот здесь у меня мука разведенная с водой. Тоже буду добавлять сюда. И вот чесночок. Сейчас все смешаем. Поставила детки. Тушим тефтельки. Сейчас посмотрим, что у нас с гречкой. А гречка у нас, похоже, готова. Как она сильно холодная, остыла. Ой, просто залила водичкой горячей, и она приготовилась. Смотрите, какая вкуснятина. Нет, я, конечно, есть-то особо не хочу, но как можно устоять против таких тефтелек? Смотрите, Лизка тоже сытая. Все, тебе положит? Пойдем? Ну как? Дуй, только что приготовились. Ой. Ну дуй, дуй, дуй. Да, хочу твое мнение услышать. Понравится тебе или нет? Я еще не пробовала. Ну как? Вкусно? А? Я уже отрезала. А так? Вкусно? Вкусно? Какой жир? Там рис с фаршем. И чё? Мам, там что-то жидкое с ним. Жидкое? Угу. Это рис. Не жидкое. Переварить? Это сверху соус от этого. Сверху соус. Ты тетельку не разломала. Ну, хватит, хватит. Что ты тут ломаешь? Ну как? До мяса не добралась. Ну как? Вкусно? Пошла я кушать. Ну а я смотрю фильм интересный, который называется «Тещины блины», и собираюсь пощелкать семечки, а потом ложиться спать. До завтра, дорогие подписчики! Приветствую всех новеньких подписавшихся. Ставьте лайк, если вам нравится видео. Заходите каждый день и не забывайте на колокольчик нажимать, тогда вы точно не пропустите ни одного моего нового видео. А в день их выходит несколько. Пока-пока, до завтра!